На базе Солигорского государственного колледжа создали первичную организацию Солигорской объединенной организационной структуры ДОСААФ. Одной из приоритетных государственно значимых задач для ДОСААФ является патриотическое воспитание молодежи. Учащиеся колледжа получили членские билеты. Человек, который решил стать членом ДОСААФ, он созрел именно для этой цели, для цели патриотизма, для цели защиты своей родины, своей республики. Военно-патриотическое воспитание, подготовка специалистов и спортсменов – эти и многие другие задачи на протяжении многих лет успешно решает ДОСААФ. Впереди ребят ждут экскурсии, посещение мест захоронений воинских частей, встречи поколений и многое другое.